Привет, дорогие зрители, обычный обыватель Ютуба. Добро пожаловать на прохождение игры «Атомное сердце». Всем приятного просмотра. Продолжаем обследовать жуткие лаборатории. Повсюду творится хаос. Погнали дальше. По плану у нас вообще завести бойлерную, охладить. Значит, в прошлой серии два вот этих котла мы уже охладили. Так, значит, сейчас нам нужно разобраться с третьим. Так, только нам нужно крайне быть осторожным, дорогие друзья. Так, вот один из шариков. Да ты это вообще придумал? Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс мобилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Вот и я о том же думаю. Почему нельзя просто взять и сделать все намного проще? Так, значит, нам не сюда. Этот шар нужно загнать. Так, давай-ка его сейчас пустим по трубе. Вот так, вот так, вот так. Хорошо. Главное, чтобы не появились роботы, дорогие друзья. Это я заметил. Игра любит нам подкидывать очень хорошенькие сюрпризики. Так, давай сюда. Потихоньку. Так. Хоба. Отлично, отлично, отлично. Так. Ага, 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 ага. Так, стоп. А почему здесь так? Так, придется, значит, вот таким обходным путем этот шар вести. Так, давай. Ну, поехали. Поехали, поехали. Так, отлично, отлично, отлично. Отлично. Так, все. Воу, готово. Так, заберите колбу. Тихо, тихо, тихо. Я уже вижу вас, чертовы роботы. Счастье-то какое. Да блин, это вообще кошмар какой. Черт! Ау! Как больно-то! А, черт! Отцепись! Отцепись от меня! Дурак! Фух! Отлично! Так, что нам надо забрать-то? Давай посмотрим. Так, значит, здесь дело у нас закончено. Погнали дальше. Товарищ майор! Вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива еще, ползает где-то здесь. Особо обращаю ваше внимание на то, что доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Немного ли чести? Вполне достаточно. Доктор Филатова — известный нейрохирург экстра-класса. Именно ей академик Сеченов поручил. Для чего предназначен термоцех? Тут происходит жаростойкий пример. Но основное направление проводящихся тут исследований — выведение жаростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами кактации цереруса, кактус. Благодаря этому здесь выводят группу растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Thank you.
После восстановления температурного режима колбы наполняются автоматически. Ну, хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Крас, что известно о девчонке Петровой? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще кто? Профессор медицины. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург. Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатичная. Великолепно, дорогие зрители, у нас сохранение. Давай-ка сейчас сохранимся и попробуем улучшить какое-нибудь оружие. Так, хорошо. Значит, что у нас есть? Чего нам недостаточно ресурсов? Так, уже имеется улучшение. Стоп. Топор. Так, мы можем его прокачать. В принципе... Так, может, рукоятка как-нибудь? Так, можем новую рукоятку установить. Великолепно. Это еще что за дрянь? Это росток Победа. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Курица-убийца? Просто прелестно. Лучше не привлекать внимания. Мы его уже... Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных.
Интересные тут у вас аквариумные рыбки. Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Вам пора принять таблетку от гипертонии. Воспроизвожу фрагменты с автоматического самописца. Холодное средняя ворожесись. Здесь проводятся одни. Так. Воздушно. Покрутил. Должно заработать. А да. Ничего, мне было крайне сложно привыкнуть и не реагировать на этот жизненный цикл, как я его называл. Но потом я обязан. Надеюсь, я ничего не перепутал. Цикл жизни. Зачем вообще было такое придумать? Наше руководство считает, что пропаганда для персонала увеличивает работу способности. То есть это в твоих глазах такие же тупые свиньи, как эти животные. Ты не прав, что это так? Нет. Вы налаживаете жизнь не себе, а не животных. Знаешь, может, мы свиньи. Но даже если так, кто дал нам право сделаться другими свиньями? Да, мозг. Мне тебя очень жаль. Тоже прав. Ты умер смертью бедный. Я даже боюсь, как тебе поставил. Иногда мне кажется, что их конвульсии под классическую музыку превращаются в танец смерти. Рождается жизнь каждый раз. Я тебя встану. А умирает одно и то же. Такое же не может происходить. Или может. Чертовщина. Пожалуй, можно напроситься в другое отдел. Хотя бы на время. Нет! Не царапай! Не эту запись! Так, включаемся. Черт, и здесь заперто. Что опять не так? Вы покидаете лабораторию. Перед открытием дверей завершите технологические процессы и обеспечьте сохранение полученных данных. Опять 25. Что тут нужно сделать? Лабораторный терминал включен. На его экране должен быть отображен текущий статус работ. Стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей пулемета. И куда оно все утекло? В альбоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось.
Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Черт, одни трупы. На стене имеется лазерное реле активации питания. Разберемся, не привыкать. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Как-то слишком просто. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Сука! Да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться в вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт, вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шапку. Thank you.
Да быть такого не может. Дождались, наконец. Валим отсюда. Меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги! Да тихо ты! Это и так понятно. Что-то там вообще недоброе впереди. Да, но колбу с пистолетом... Чё, блядь! Ты охуел, друг? Это шутки такие, что? Тихо, тихо. Ты можешь разбудить его в любую минуту. Два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидом-полимером. Колба прямо там, внутри. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо, будь по-твоему. А колба уцелеет? Блять, насос! Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Па 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее. Так, ладно, контейнер. Как он выглядит хотя бы? Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам не жить. Желтый бидон. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. Выберите желаемое действие. Сохранение данных.
Страшный ты пиздец. Это и есть желтый бидон, блядь? Серьезно? Бидон должен быть где-то рядом. Да нет, тут рядом ни хрена. Надо целиком цистерну везти. Этой гигантской твари как раз хватит. Поддерживаю. Уровень пестицидов понижен до 10%. Крас, это хреново, да? Как только опыление борщевика прекратится, он проснется. И размажет тут все нафиг. Включая нас. И я в восторге, блядь. Уровень пестицидов понижен до 4%. Ситуация критическая. Где этот мужик с насоса? Он там что, уволился? Хорошая идея! Я тут уже подустал! Да доедешь ты уже когда-нибудь или нет? Подаю своим пестицидам вещи. Все, перекур. Ты нашел контейнер? У меня закончился PH-400. Если что-то срочно не предпринять, нам крышка. Да нашел, успокойся. Глянь вниз, вон твой бидон. Знаешь, что стоило мне доставить его сюда? Блять, не так. Он от этого не умрет. Его надо было взорвать. Твою мать, и что теперь делать? Он проснулся. Надо поджечь полимер. Дай сюда сигарету. Разве полимер загорится от сигарет? Этот, да. Сдохни, тварь! Вот же живучий твой! Он в ярости! Надо бежать, пока не... Держись! Да твою! Блять, сука! Нога! Мужик, ты как? Нормально, повезло! Сухо! Побеги! Вставай быстрее! Нога застряла! Стреляй, не болтай! Их слишком много, давай быстрее! Пытаюсь, блядь! Если доберутся до нас, то конец! Все лучше, чтобы не добрались! Они все ближе! Вставай, вставай! Пытаюсь, я пытаюсь! Ебать! Нет, нет! Помогите! Сними его с меня! Мужик, держись! Я иду! Твою мать! Колба, блядь! Хоть где-то повезло. Он мутировал! Да я догадался, блядь! Да ебучий ты! Да отъебись от меня! Охренеть! Вырастили кустик. Делать вам в своих лабораториях нечего. Путь к вершинам науки тернист и полон ошибок. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ага. Как я с Петровым.
может же быть, чтоб каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы. Раз в 2-3. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам закона. Я сделал это, не примазывался. Я оказывал поддержку, помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопрос и не имеет смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Да конечно, хули ждать-то? Дело сделано, ворота открыты. Мы можем покинуть комплекс мобилов. Не прошло и года, блин. Надеюсь, больше я никаких сраных колб не увижу. Раз. Как погиб Харитон Захаров? При загадочных обстоятельствах. Подробности его смерти неизвестны никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, рассказал. Считается, что профессор Захаров поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим собой агрессивную среду. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочно? Некоторых людей озадачивают определенные нюансы этой истории. Какие, например? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей этого печального эксперимента, хотя все подобные процессы тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Вполне возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Ну, это... да, но... может, тот полимер был единственным таким экспериментальным образцом? Опасная разновидность. И это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал? Вместе с академиком Сеченовым. Чертовщина какая-то. Нам нужно добраться до станции Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Доступ разрешен. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы пока закончим данную серию. Значит, сегодня было очень интересно, очень круто, напряжно. Опять же,
Была вообще очень трудная загадка с этой цистерной. Главное, что мы ее решили. В принципе, давай на этом сохранимся и продолжим в следующей серии. А на этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем бай-бай.